Мы с вами на канале «Маленькие гении». Подписывайтесь на мой канал, потому что сегодня наш 6-й урок 2-й части «Умножение и деление». На этом уроке я вам объясню и покажу, как умножать трехзначные числа на однозначные. А теперь настало время для практической части. Для примера возьмем число 111 и умножим на него 2 единицы. Тут нам понадобится 3 действия. Первое действие. Мы сотни умножаем на единицы. Сотни это у нас 1, а единицы это у нас 2. 1 умноженное на 2 это будет 2. 2 набираем с левой стороны от центральной точки на сотнях. 2. Второе действие. Мы должны десятки умножить на единицы. Десятки это у нас 1. 1 умножаем на 2 единицы. 1 умножить на 2 будет 2. 2 набираем с левой стороны на десятках. 2. И последнее действие, третье. Мы должны единицу умножить на единицы. Единицы это у нас 1 и 2. 1 умножаем на 2, получается 2. 2 набираем на центральной точке, единицы. Получился ответ 222. Второй пример. 675 умножаем на 8. Первое действие. Мы должны сотни умножить на единицы. 6 умножаем на 8. 6 и 8 – 48. 48, 4 мы набираем на тысячах с левой стороны от центральной точки. А 8 мы набираем на сотнях с левой стороны от центральной точки. Второе действие. 7 умножаем на 8. Десятки умножаем на единицы. 7 у 8 – 56. Тут мы должны вспомнить наши хитрости. К этому числу мы прибавляем 56. Так, тут отнимаем 5 и прибавляем тут 1000. Получилось 5300. Прибавляем 6. 6 набираем на десятках с левой стороны от центральной точки. И последнее действие. Третье. Мы должны единицу умножить на единицы. 5 умножаем на 8. 5 и 8 – 40. 40. Отнимаем 6, вспоминаем наши хитрости, отнимаем 6 и добавляем 1 сотню. Получился ответ 5400. Давайте возьмем число 788 и умножим его на 7. Первое действие вы уже знаете, что мы должны сначала умножить сотни на единицы. Сотни это у нас 7, умноженное на 7. 7 плюс 7 – 49. 4 мы набираем с левой стороны от центральной точки на тысячах. 49. 9 мы набираем на сотнях с левой стороны от центральной точки. Второе действие. Десятки умножаем на единицы. 8 умноженное на 7. 56. Вспоминаем наши хитрости. Отнимаем 5 сотен, добавляем 1000. 56. И 6 мы набираем с левой стороны от центральной точки на десятках. 6. И последнее действие. 8 умножаем на 7.
единицу умножаем на единицу. 8, 7, 56. Отнимаем, вспоминаем наши хитрости, отнимаем 5 десятков и прибавляем 1 сотню. И добавляем 6 единиц на центральной точке. Получился ответ 5516. Следующий пример. 778 умножаем на 9. Первое действие. Сотню умножаем на единицы. 7 умножаем 7 у 9. 63. 6 мы набираем с левой стороны от центральной точки на тысячах. 3 мы набираем на сотнях с левой стороны от центральной точки. Второе действие. 7 умножаем на 9. 7 у 9 – 63. 6. К этому числу мы прибавляем 63. 6 мы набираем на сотнях. Прибавляем. К трем сотням. 63. А 3 мы набираем с левой стороны от центральной точки на десятках. И последнее действие. Мы должны 8 умноженное на 9. 8 у 9 – 72. Вспоминаем наши хитрости. Отнимаем 3 десятка, отнимаем 9 сотен, прибавляем 1 тысячу и прибавляем 2. Получился ответ 7002. 7002. Следующий пример. Давайте возьмем число 687 умноженное на 2. Первое действие, как вы уже знаете, мы должны сотню умножить на единицы. 6 умноженное на 2. 6 у 2 – 12. 1 мы набираем с левой стороны от центральной точки на тысячах. И 2 мы набираем на сотнях с левой стороны от центральной точки. Второе действие. Вы уже знаете, что нужно десятки умножить на единицы. 8 умноженное на 2. 8 у 2 – 16. 1, к этому числу мы прибавляем 16. 1 мы прибавляем к 2 сотням. 16. А 6 мы набираем с левой стороны от центральной точки на десятках. И последнее действие. Мы должны единицу умножить на единицы. 7 умноженное на 2. 7 у 2 – 14. 14. 1 мы набираем, мы прибавляем к шестерке. 14. И 4 мы набираем на центральной точке. Получился ответ 1374. Ну а на сегодня все. На следующих занятиях вы узнаете еще больше нового. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам непонятно. Либо просматривайте мои предыдущие видео. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч!